Ну что же, ребята, время пришло снова надрать задницы зомби, и я нахожусь в какой-то грёбаной темноте, нужно поспать немедленно. Так, только ни хрена не видно. Ага, вот койка, но она, по-моему, не активна. Ну и в жопу ее тогда. Что я хотел сказать? Мне плевать на то, что... Ой, еще и дождь прошел. Ну, шикарно. Нынче, знаете, прохождение, я так понимаю, не очень-то они прут на Ютубе. Вот, например, у людей, у которых по 300 тысяч подписчиков, у них по 7 тысяч просмотров на прохождение в день. То есть, если мы возьмем калькулятор и примерно посчитаем это, то это где-то разница с подписчиками, с количеством подписчиков и просмотров где-то в 42 раза гребаных, представляете, да? Вот. Ну, посчитаем с моим каналом. Так, 1000 суперских, так, подписок и делим это, ну, нужно поделить на... Сколько там я забыл просмотров? Короче, у нас в 42 раза все это делим, и не совсем норма по 25 просмотров. А нет, хотя норма, да, 25 просмотров. То есть статистика такова, да, что берем количество подписчиков и делим это все на 42... Нет, делим на количество просмотров и получаем результат. То есть примерно в 42 раза меньше людей смотрят ваше прохождение от общего количества подписчиков. Какую-то хрень сморозило, неважно. Так... И мне, да, вот так. Чё там надо? Вот, смотрите, мне обязательно нужно заглянуть вот эту зажопню. Это называется гнёзда бегуна. Это какая-то грёбаная адская хрень. Ну ладно, давайте зайдем вот сюда. Чё это такое? Сраная просьба. Странная просьба. Что здесь? Назан вот уже 2 дня как пропала. Ну все, хана тогда им, пофиг. Какого? Ладно. Так, тут стоял безликий, я не заснял этот момент, корова, рыбка, ничего себе, нормально, слушайте, обычно они квадратную пиксельную какую-то картинку сюда вставляют, а тут, видите, рыба настоящая. Так, мне нужно задание. Так. Гм, Джасир, кто это нарисовал? О, неважно, это он, наверное, нарисовал, видите, как скрывается. А что это? Something the kids hung up on. His mother took a job in Haran before the outbreak. Left him with his grandparents. She was supposed to send him a gift, I guess. But you know what happened. It doesn't matter. Just toss it. Ни хрена не понял. Ладно. У нас должно было появиться, по-моему, новое задание. А, вот, моя посылка. Посыка. Посыка, пацанчик, посы. Посыка у мистера Пос... мистера. Че за нахрен вообще? Ребенок, что ли, писал? Можешь принести мою посылку? Да, хорошо, принимаю. Этот ребенок все это время ждет подарка? О боже, печально, знаю. Но чем скорее он поймет, что мир жесток, тем лучше. По-моему, это глупо. Ладно, хотя не знаю. Он поймет, что мир жесток, отымеет вас тут всех и пойдет ужасные вещи творить. И моя точила. Привет, чужак. Ничего не желаешь купить? Чё? О! Латиф. Это шкет. Я думал, мне сейчас отработает что-нибудь. Так, а вот тут, вот, смотрите-ка, винтовочные патроны. Это чё? Так, ладно, нафиг. Продолжаем. Я, кстати, забыл. Нас ни хрена нету. Грёбаных патрон. А, есть. Ну ладно. Так. Короче, берем машину. Куда нам переть? Вот сюда, доберитесь до почты. Хорошо. Почта России, мы едем себе. Так, испытание крушитель. Так, ну что, будем испытывать нервы свои? Давайте начнем. Ах ты, ёб, я не успел, блин. Ну ладно. Наверное, потому что я остановился. Хотя фиг знает. Ладно. Ну так вот, насчет этих гребаных прохождений. Хотя ладно, я все сказал. Так, мы едем по гребаной дороге. А, ну да, мне нужно пройти эту игру, я не оставлю. Я надеюсь, что я не должен ее так оставить. Так, следующий опять хрен. Но мы не обращаем на эту книгу. О, фу, что это, блин? Ой, я кого-то сбил, ну ладно. Нет, это на самом деле просто какой-то... говно разлито по земле было, по асфальту. Вот тут, видите, кого-то раздавили. А, слушайте, это, по-моему, был этот бегун как раз-таки. Бегуны, если вы не знаете, это эти, ну, вы не знаете, ночные монстры такие,
психи, вообще дикие, которые очень выходят. Испытание краш-тест для зомби. Удерживайте H. Краш-тест. Ну давай, собаки, я уже не успел. Мяу, выйти. Так, где эта почта? За жопников всегда в какой-то ночи. Ну, я уже вроде, блин, я не туда поехал, как мне теперь отсюда выехать. С этой горы гребаной. Блин. Ну, еб. Ну, может, мне здесь тачку? Да, скорее всего. Не, я не буду здесь тачку ставить. Потому что потом хрен найдешь ее. Точнее, ее нужно найти, но тут хрен там. Это далеко. Ладно, гоним, гоним, давай. Тихонько, нормально дрифтанул, я сам в шоке. А может и все, за этой стеной в принципе есть. Так, все, задолбался я уже, погнали. Берем мачету и пошли рвать задницу. Ух ты. Давай кошку, чепоньку. Так, а у нас еще что-то там, щит. Я, кстати, щитом никогда не... О, еще вот метательники, так, клинки. Ладно, давайте. Это единственное место, где можно здесь попаркурить, в принципе. И вообще зачетно очень. Зачетная кошка, зачетное говно, ладно. Так, хорошо. Речевка. Нормально, нормально. Подожди, а я уже пропустил то место, так ведь? Где оно? Вот оно. Где-то там, наверное, внизу. Вау! Воу-воу-воу! Давай, давай, давай. Так, ну и где? Где это? Как его? Посылка. Вот, смотрите. Жестянка. Ну, крутяк, чё. Ссылка где-то внизу. Не знаю, если я в монстров этих... О! Круто. Да что ты делаешь? Ни хрена, они еще не адекватны. Чихонь, чихонь. Ах ты мразь, ну-ка давай. Давай, кто тут еще? Бам! Улетел! Вообще в зажопник какой-то улетел. Охреневшая штучка эта. Чихонь! Чихонь! Вообще зачетная вещь. Ну-ка еще одну. Да ну, бесполезно с ними разбираться. Так, во-первых, я не пойму, почта где-то наверху. А, вот тут где-то, походу. Открывай, коза, я не приму твои перерывы на обед. Блин, это взлом, что ли? А, всегда так, один раз пробуем, не получается, уходим. О, нормально получилось. Только я не видел, какой тут взлом, трудный какой. Ни хрена, это что такое? Какая-то гигантская хреновина вообще. Топор какой-то, блин. Так, во-первых, я не знаю, как туда попасть. А, подожди, мы через крышу давайте пойдем. Да, всегда было сложно записаться на прием. Вот, как бы, к врачу, и вот такая же фигня. Отличная внутри. Почтовое безумие. Ой, 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 осталось. Что это такое? Сигнализация? Ой, там что, зомби стоит? Куда пошел? Почта где? Это, видимо, сотрудница почты. Ну, как видите, ситуация не очень... Да, сотрудница, потому что только у нее есть ключи, как вы видите. Блин, да что ты, разбей стекло, оно не бронированное. Да пролезь в эту хрень, кто там еще ходит? Ну, видимо, те, кто не получил свою посылку. А, это даже взлом, нет, да, взлом не нужен. Там зомби, зачем мне взламывать? Так, а что надо сделать? Ключ это... Да все! Второй раз пересматривает. Все, давай, погнали. Так. Что тут у нас? Ни хрена у нас тут. Вот тут, смотрите, что-то есть. Записка, письмо. Чтобы посмотреть свои коллекции, в раздел инвентарь. М. F надо? Че? А, блин, я не успел прочитать. Что там надо было нажать? А, вот, инвентарь. Где гребаные записки? F7. Письмо. Джек, не уверен, что ты получишь это, так что, вероятно, пишу ради самого себя, понимаю, ты бросил меня. Так, стоп. Так, все. Меня из-за того, что я совершил... я не понимаю, что там написано. А, невообразимо... невообразимую мерзость, но с тех пор, как ты ушел, я почти все ночи... Я понимаю, что, может быть, это круто, но
Я не думаю, что... Еще письмо вам интересно читать. Тут много писем, я зачитаю, если хоть весь там... Музыка рано заиграла, но все равно прикольно. Ну, в смысле, да-да-да, напугали меня. Это, видимо, тоже сотрудник почты, не знаю, зачем там повесился. Ключи от почты, а может быть, мы что-то не прочитали. Это что такое? Откройте комнату с почтой. Смотрите, тут тоже вот сигнализация какая-то. Видимо, видимо, все было тут заминировано уже. Так, открываем вот здесь. Неважно, с какой стороны. Так, давай, ну-ка, открывайся. Итак, мы входим. Откройте комнату с почтой. Поищите подарок в комнате. Хорошо, мы будем сейчас искать. Так, изолента. Ну-ка, давай. Left for bread. Блин, left for dead. Ладно. Так, это что такое? Not what I'm looking for. Чё сказал? Сила, что-то тут. Как я пойму, что я нашел? Ножницы нельзя взять? Чё за музыка? Ой, блин, стрёмная была, так что музычка. А, подожди. Поднял что-то, смотрите-ка. Еще изолента. Да вы что, офигели, что ли? So, the kid's package isn't here. Найдите. Maybe it was already out for delivery. Чё? Чё это такое? О, ключи какие-то. Ключи. Чё надо найти-то? Так, фургон. Смотрим, что это такое. Это записки. А, он напал на след, смотрите-ка. Так, тут выйти нельзя. Значит, идем сверху. И смотрите, у нас второе задание еще появилось какое-то. Наверное, отнести. Поищите посылку. Блин. Понятно. А тут что тогда? Поищите тоже за пределами почты. Так, мы здесь были. Откуда мы пришли, я забыл. А, блин, а можно ли выйти? Подожди, ну-ка давай. Да, ништячок. Отлично. Ну-ка давай в башку ему. Ну правильно, вали оттуда нафиг. Так. Так, а что с ними сделать-то? Мне же вот фургон в это, да? Я не хочу. Какие-то алкаши местные просто вот чисто. Ну-ка давай. Давай. Да ёб, чё вас так много здесь? На, держи. Ну что, нравится? Я местный участковый, давай, валяться. Кошки им руби, ну-ка. Бам! Слушай, а может надо чуть-чуть подождать? Ну, так вот. Хоп, потихоньку. Чё такие-то они слишком сильные, ребят. Давай быстрее открывай. Не хочу с ними заморачиваться. Давай, бери, что такое, доставьте письмо Саре. Вы, конечно, принимаю. А чё, хрен ли я сюда это самое? Вы чё, офигели, что ли? Зачем я сюда приходил тогда? А, подожди. Стоп, подожди. Это что получается? А, нет, вот осталось задание это. Так, точилу свою не оставим. Без присмотра обязательно к ней вернемся. Где-то наша машинка была, и не помню, где, неважно. Так, отлично, вот можно попаркурить. Вау, быстрее давай. Это ассасин от первого лица, крутяк. Вот где-то тут наша точила, она вот с той стороны, это я точно помню. Да, вот тут она где-то. По карте видно. А давай, залезай. Чё там с топливом? Половина. Нормально. Ну, плюс нормально, потому что у нас с собой есть бак. Опоссанный. Питание нет, точнее. Питание... Блин, как-то быстро эти уведомления исчезают. Я только сказал нет, спасибо, оно уже... Блин, меня реально задевают. Да, ну ладно. Итак, сейчас у нас 9:55 по местному времени. Местное время, я думаю, московское. Смотрите, что тут... А, нет, это даже не здесь, это наверху фургон. Ну ладно, не проблема. Не-ме-да. Да-да-да. О, ну да, здоровяк охраняет, конечно. Даже без него. Блин, об газель разбил гигантский
бетонный блок. Так, вот эти гребаные уроды, смотрите-ка, знаете что? Вау! Подожди, знаете что, у меня есть идея? У меня есть вот такая идея. Ах ты собака! Представляете, такой валун. Каким валуном меня сбить? Хрен тут спрячешься. Так, а что с ними делать? Может быть... Ёп. Валим. Блин, сколько тут... Взрывающееся говно! Нет! Твою налево. Фу, блин, что-то как-то многовато этих уродов. Чувствую. Метки. Че, их убил, что ли? Повышение уровня. Эх, блин, тело еще двигается. Что это? Что-то сохранили часто. Ладно. Лучше часто, чем никогда. Нахрен. Да что ты делаешь? Да звон вообще чистый. Идиотина. У меня только что кабан какой-то жирный вообще. Гигантский прессует, а ты блин тут. На, у меня же еще есть ноги, я забыл. На, валяться. Я тут еще взрывающийся кусок говна. Как отсюда, блин, я не знаю даже вообще. Это дикость, дикость, понимаете, что такое дикость? Дикое говно вообще. Ну-ка, если он какой слабый, да, он слабый, наверное. А, бля, ух, так, надо быстрей. Быстрей. Бери! Кто взял? Несите джасиры, знаете. Ну все, спрыгиваем вниз из этого ада вообще. Прыгаем вниз, точнее. Так круто, эта кошка делает вас практически бессмертным. Мимо. Ну, я имею в виду то, что, блин, вы с ней сможете вообще. Если вы падаете с большой высоты, главная реакция. Ну, как главное среагировать быстро и просто нажать на нужную кнопку. Если у вас кошка стоит включена, просто берете, цепляете за какую-нибудь хрень. Так. Мы едем. Да, мы едем. Не переворачивайся, давай. А, там люди. А можно было бы раздавить, мне за это что-нибудь дали бы. Наверное. Ну блин, они могут не прятаться. Давай. Да, они, видите, неудобно стоят. А, да и они еще и умные. Блин, офигеть. Груз отобрали. То есть я чуть просрал задание. Ой, они много урона наносят. Звездец, однако. Вроде план попал. Ну, патрончики. Я надеюсь, там есть патрончики. Так, инвентарь заполнен. Ну и в жопу. Милицейская машина. Так, ну погнали. Все, спешим на помощь. А у нас тут гнездо бегуна рядом, да, я так понимаю? Гнездо бегуна. Слушайте, надо как-нибудь замутить такое задание. Я предлагаю даже... Ну, хотя бы посмотреть, что это за задание. Так. Точнее, что это за место. Вот тут рядом было недалеко место этих бегунов гребаных. Вот, и мне интересно просто, что там. Обычно в горах это где-то места. А тут это задание находится вот тут рядом где-то. Где нет гор. Мне интересно, где оно вообще находится, где расположено это. Ну, вы поняли, в общем. Где расположено гнездо? Под землей, видимо, соответственно, где-то, ну. Так. Джазирчик. Джазир. I got that kid's present. Can you get it to him? You risked your life to make a child happy. All I can say is... Вообще без проблем. Сходить на почту, да. Это было рискованно для
конечно же. Ну ладно, письмо для Сары. Еще, видимо, какая-то телочка. Ну-ка, давай. А, подожди, это не Сара. В безопасной зоне. Так, а чё? А, подожди, она где-то внутри, что ли, да? О, сейчас тут. Надеюсь, он меня отблагодарит. Сарочка, ты где? Вот она. Давай. Excuse me, Sarah. I found something for you at the post office. Are you serious? I mean, thank you, but ну почему ты так рисковал? This all the way here? Именно для этого. Might be important. Well, for a moment, ты мне мгновение почувствовал, что все стало как раньше. Like everything was normal никогда again. Не было. Спасибо, like честно. This nightmare never happened. Thank you. Вот тут truly. Рядом с ней текстура какая-то. Take care. Надо говорить, пожалуйста, а не не за что. Так, ну я помогаю, чё. Помогайте людям, и безлики обратят на вас внимание. А я чё делаю, блин? Идиоты. Где мое задание? А, вот тут, наверное. Так, помогайте людям. А чё, у него, что ли, задание брать? Вот, смотрите, Лазарь. Этим вечером мы просим вас почтить память экрана, видимо, того, такого, такого монстра из Аватара. И его семьи. У него еще семья была. И возлагаю надежду на то, что мать придаст его дочери сил совладать с горем. Братья и сестры, не пускать рук, сколько же бы тяжко ни было, невзгоды и не пали. Так, что тут надо сделать? Незамедленно сообщайте о любых чужаках. Ладно, сейчас посмотрим. Those bandits who took over Aircon's farm. Aren't you afraid they're gonna target you guys next? Here we can handle them, but we're no soldiers. I won't send people to die out there. Well, your set of skills might come in handy in this situation. Just talk to Eski. She'll explain the kind of scum you'll be dealing with. And maybe try to find Polat too. He used to work at Erkam's farm. Maybe he'll have something useful to tell you. Каким-то Эсги мне нужно поговорить.